Ребята, перед просмотром этого видео обязательно включайте VPN, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А в описании ссылочка на донат, вы можете задонать любую сумму и попасть в следующее видео. Но всем приятнейшего просмотра. Йо, друзья, всем привет. Меня зовут Кэтнап, и сегодня со мной... Друг-дэй, привет, ребята. И сегодня мы снимаем Pixel Gun 3D. Да-да-да, давно не было этой игры на канале, но это такая... Я думаю, одиночная, скорее всего, серия, как мы смотрим на ПК-версию. Ну, то есть, версия, которая недавно вышла этой игры. Ну, как бы она до этого была только для телефонов. А теперь она вышла на компьютеры. До этого я играл через такой специальный симулятор, типа, телефона на компьютере. А сейчас это уже не нужно. Теперь прям вот в специальном таком приложении для компьютеров вышла эта игра. Ну, в Стиме, для тех, кто как бы понимает и шарит в этой теме. Ну что ж, ребяточки, давайте приступать. Только перед этим я вам покажу свой мини-сетик. И можно сказать, что-то типа спамера. Ну, кто поймет, кто играет в эту игру, тот поймет. Я думаю, Dogday у нас точно не поймет нифига. Нет, конечно. Вообще... Ты мне скажи, это собака или волк? Какой волк? Какая собака? Это вообще-то питомец винограда и любимчик. Так, ну, то есть, это темная пантера. Он не темная, а черная пантера. И да, мне дал этот аккаунт погонять виноград, так что если я вдруг что-то здесь солью какие-то деньги, мне будет хана. Так что давайте мы немножечко их посливаем. Смотри, вот такой вот, вот такая снайперка, да? Угу. Вот такие вот сабли непонятные. И вот такая пушка. Ну-ка, ну-ка. Все равно это как бы, ну что, на халяву, понимаешь? Ну так это. Открыть, ну хотя бы один. Давай. Ну давай, а? Давай. Какой, какой? Давай, знаешь что? А давай вот эту вот, слева вот эту пушку. Снайперку вот эту? Снайперку именно, да. Ага, экологичная снайперка. Так, хорошо. Сейчас, оп-оп-оп, карточки переворачиваются. Ну-ка, ну-ка. Прикольно, чисто пришли на аккаунт. А почему бы не открыть? Какую открыть? Как ты думаешь? Давай. Вот эту. Вот эту? Думаешь? А прикинь, да. Снайперка реально будет. Ну-ка. Ну, блин, ну 125 монет. Слушай, мы можем как бы еще нам открыть. Да, нам только что пришло. Тогда вот эту бери. Это? Ну-ка. И... О, 150, слушай, мы в плюс ушли, мы в плюс, давай еще, давай еще. Вот эту тогда. Вот эту, ну-ка. А, ну ладно, еще можно. И вот эту. А, ну блин, ну как так-то? Стоп. Так это что? Стой. Дух, да у нас проблемы. Чего? Когда я зашел, было 224 алмаза, а сейчас 22, нам хана, нас убьют. 200 алмазов минус? Минус 200 алмазов. Да. Нас зарубят просто. Пиксельган, это ж святой аккаунт вообще. Так, ладно, стой. Ну, слушай, зато мы можем кейсики пооткрывать. Давай. Давай за 50 вот этот вот. Ну-ка. О-о-о, ну-ка, что сейчас выпадет? Сейчас прикинь, что-нибудь крутое с твоим везением. О-о-о, какая-то, ну, такая себе, мне кажется, пушечка. И у нас еще, мы смотрим, мы можем два раза открыть вот это вот. Так, ну-ка, раз. И так, ребят, сейчас мы после кейсиков уже идем сразу же играть. И, ну, какой-то автомат выпал, слушай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А еще раз, если мы откроем... Чпуньк. Ну-ка, 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 что нам выпадает в этот раз? И... Ага, понятно. Ну, ладно. Все, в принципе, мы с тобой все посмотрели. Опа. Кошка мяукает у нас тут на заводе. Playtime. Так, ладно, все, ребятки, мы все, в принципе, посмотрели, все дела. Так, ну, понятно, понятно, что он тут как бы использовал, крафтил, все дела. Окей, не суть, давай уже лучше начинать. Да, ты готов? Пора. Классический режим. Давай сперва классический, да. Посмотрим. Давай арабскую пыль. Какая карта? Арабская пыль? Да. Нет, ну это, ну, мне кажется, не особо интересно. Давай, да. Что-нибудь вот, какая вот тебе прям вот хочется. Давай белый дом. Нет? Ну, блин, ну вот, ну давай кроме давай белого... Ядерный город, вот это уже легендарная карта. Стой, у нас же обычно ходил в первый раунд на классический бассейн у нас в Виноград. Да, да, да. Ну ладно, и нарушили мы немножко традицию, ну ладно. Вот. Короче, меня Виноград, он как бы играет со спамом, можно так сказать, но иногда. Ну, это такая тактика игры, долго объяснять. А где соперники? Вот, да сейчас, подожди, меня стреляют, я ребятам сперва объясню. Да подождите, я сперва объясняю, не собираюсь пока стреляться. Короче, и вот меня научили, я тоже немножко играю спамом, но хуже, конечно, чем Виноград, но тоже. Ты понял, да, Dogday? Да. Спам это такая тактика типа стрелялки этой. Ну, имеется в виду, тактика сражений, вот. Понял. Понял, да? Все, давай мы попробуем. Я, короче, очень плохо на самом деле это делаю по сравнению с Виноградом. Да-да-да, тут вообще прокачки лютые, смотри, как надо. Вот там типа быстренько переменяешь оружие и бац-бац-бут. Понимаешь? Банг, бонг,
Чпуньк. Ага, блин, зарубили меня. Но я говорю, я хуже, чем виноград, вот, очень сильно это делаю. Но в любом случае, я хоть как-то умею. Ай, блин, я вообще что-то не попадаю, ребят. О, ты видел? Мои синие. О-о-о-о! Тройной, подряд, просто бам-бам-бам, прикинь. О, круто. Прикинь, я раз выстреливаю и попадаю и Коко. Потом два выстреливаю, попадаю Коко. И три выстреливаю, сразу же попадаю Коко. И вообще-то жесть какая-то. На, сейчас, блин, как по нему попасть-то нафиг? У тебя было хоть раз такое? Вот, да ну, наверное, бывало, я не знаю. Ой. Ну я сам-то не особо много играю, тем более тут на аккаунте винограда вообще я в первый раз. На, хорошо, завалил, видел? Ой, капец. О, стоп, ты слышишь эти звуки? Сейчас будет взрыв! Что делать? Ничего, просто наслаждаться! Теперь ты понял, почему карта называется Ядерный город? Офигеть! На! Тихо. Так, смотрите, ребят. Сейчас мы будем пытаться как-то кокнуть. Тихо. Опа! О! Ну-ка, осторожней! Ну-ка, блин! Ух, ребят, ну, у меня это, конечно, тяжело получается, да, немножечко. Как, по-моему, это немножко не для меня тактика. Но в любом случае попытаться все еще стоит! Давай! Да! Да, блин, ну, вот... У меня проблема с прицеливанием. Вот это вот, да. А тебе, может быть, где-нибудь засесть в уголочке? Да ну, Догнэй, твоя тактика, это вообще фигня. Ты так никого не кокнешь за раунд. А у меня тут, смотри, какая мясорубка. Я помню, я любил где-нибудь засесть на втором этаже. И оттуда потихоньку тын-тын-тын. Слушай, мне твоя тактика напоминает тактику Андрея Старшего. Слушай, один в один. Вы с ним похожи, реально. Вы еще и плохо в Майнкрафт играете. Ну, вообще, по-моему, одна родимая душа, как говорится. Так, ладно, давай продолжать. Оп, о, смотри, я могу уже стать демоном, типа вот таким вот. Ну, это с помощью специального гаджета. И смотри, сейчас. Инспектор гаджет! Тут. Я урублю, смотри. Иду, смотри, сейчас. Ага. Готов. Сейчас, смотри, меня будут фигачить, и в какой момент у меня пропадает эффект, и я просто достаю пушечку и добиваю. Так, выбираем другую карту. Ну, это разминочка еще была. Да, мы сегодня должны посмотреть как можно больше карты. Так, что побежали дальше. Так, смотри, нам сейчас вот тут предложат карты. И, ну, тут, мне кажется, ничего интересного такого особо. Так, сейчас загрузочка у нас проходит. Никакой рекламы, потому что это на компьютере как бы версия. Да-да-да. Так, а тут у нас что такое? А, ну, здесь мы уже все смотрели. Так. Давай бассейн классический. О, да. И потом еще вот райский уголок выберем. Ты готов? Да. Я не знаю, какая там сейчас графика будет, но мне интересно посмотреть на воду, потому что помнишь, какая она в оригинале? Я просто помню. Гладкая такая водичка. Да. Вот на картинке оригинал. Да. А сейчас мы зайдем и посмотрим. Там уже люди летят. Японский! Вот это другое дело, я вам скажу на самом-то деле! Неплохо! Так, хорошо. Ой, радиация тут везде нафиг. Это, видимо, с другой карты, да, пришло? Не, ну на самом деле это такие бомбы специальные есть, короче. Ай, блин, меня там фигачит с другой стороны. Ой, ну здесь какие-то... По сравнению, конечно, с моим... С моим скиллом какие-то странные тут сложные игроки, однако. Ай, я не знаю, как я должен играть. А, такой мелкий бегает. Да, это питомец. Ай! Титан, тут этот робот-самурай, на тебе! Да боже мой, как здесь виноград вообще так люто-то? Ну, красные сильные какие-то. Блин, ну, здесь, мне рассказывает виноград, он вообще люто играет, он мне как-то показывал, как он играет, но это жесть. Ну, вот у меня реально так не получается, ребят. А вы, кстати, напишите в комментариях, как вы играете в эту игру. Профессионально? И вообще, какая у вас тактика игры, какие вы знаете? Оп, о! На! Так. Опа! Не, я вообще, конечно, спамить это не мое. Я не умею, реально, на самом-то деле. Это не ко мне, это к винограду, как говорится. Да, я уже 100 раз говорю про скилл винограда, ну что тут сказать? Профессионал есть профессионал, да? Да. О, ты видел эти тактики, эти мота... Ой, я случайно стал демоном. Ну ладно, значит, пора выпустить своего демона. И все, и капец, короче. Так, тихо, готов? Ну, блин, да как так? Я же говорю, у меня проблемы с прицелом. Я же говорю, что у меня проблемы с прицелом. О, попади. Ну, нафиг, он еще скачет так. Ну, конечно. Тут главное в этой игре, это в первую очередь скакать. Если ты не скачешь, то ты не качешь. Да. Конечно. Не скачешь, не ка... Чиж ты, офигеть! Ты видел? Это было красиво. Так, стоп, подожди.
Да блин, ну почему когда я бьюсь с одним, другой как всегда должен прийти? Каждый раз с одной... Да, это немножко осталось. Так, хорошо. Ты посмотри, тут люжи, тут не люжи, а люди тоже спамят, я говорю. Ну, похоже, по-моему, было. Но это не точно, кстати. Оп, 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 оп. Ай, да блин, ну как так? Ну ты понимаешь, короче, ну я тебе уже говорил, в чем тактика, как бы, ну ладно. Так, о! Ой, да елки-моталки, ну как так-то? Смотри, бах! Застреливаем! Бах! Застреливаем! Бах! Ну как, если просто. И, так, ой, я случайно демона взял. Ну ладно, хорошо. Да блин, а капец какой-то! У меня нас 38-77! Да блин, я вообще не умею! Играть! Это капец какой-то. Да блин. Вот бы команду, да, сменить под финал. Так, оп, тихо стоям. О, у него сильная пушка. Да елки-моталки. Да здесь просто люди с сильными пушками. Да это нечестно, я вам так скажу. Ай, ты видел, как я полетел? Вот это было эпично. Ну, кстати, я неплохой сейчас килл сделал. Какая-то прокачанная команда у них. Да у них, ты посмотри, какие пушки у них. О, это вообще жесть какая-то. Так что, я не знаю, как с этими биться тут. Ну, ладно, однако, я хоть что-то пытаюсь, но я вообще чуть не получается. У меня не получается, реально. Да я не могу даже попасть. Это капец. Так, ладно, вот туда. Какой раз я уже за серию говорю, это капец. Или я вообще сейчас первый раз говорю. Не знаю. Ну, ладно. На. Да ёлки-моталки. Что есть, то есть. Это реально сложно. Ой, я аж вспотел, ребят. Ну, так, опа, космическая станция. Космическая станция на новой графике. Ну-ка, о, ты готов? Интересно, так, интересно. Я закрою глаза. Она, я помню, была очень сложная. Как по мне. Ты посмотри на освещение. Ты посмотри, блики даже есть на экране. Да нафиг, что? Подождите, стойте! Уже понеслась. Нафиг, уже фигачит. Упал! Здесь невесомость. Ну, конечно, ну ты как думал, это же космос! Так, ладно, все, давайте просто фигачим вовсю! Ну, а ты видел ту красивую комбинацию? И после этого килл. Так, ладно, ты вообще понимаешь, что здесь происходит? Объясни. Конечно, конечно. Вот честно. Конечно. Если честно. На космическом корабле убиваем красным. Ну это хотя бы не космический корабль, ты мог сказать. Ну ладно, хорошо. А что это? Космическая станция. Мы сейчас на астероиде, там космическая станция, да. Ну, кстати, да, карта так и называется. Космическая станция. Так, хорошо. Где все? Ага, сейчас вот. Придет, конечно! Воу! Ты видел? Ты видел? О, еще. Ты видел? Молодец. Так. Ну, умеешь. Да. О! Ты видел? Это было так красиво! Ты видел? Тройной, да? Там парень, понимаешь, он летит в воздух вот так вот, как я сейчас. И вот он вот так вот полетел, и бах, резко я в него просто попадаю. О-о-о. На скорости, причем огромность этой, со снайперки моей. Так, хорошо. О, СИПшечка маленькая, прости. Ай, не успел дококать его. Так. Вон. Ну, потому что, мне кажется, все-таки убивать питомцев, это отстой. Зачем так делать, ребят, в игре? Но кто-то так делает. Иногда и я по секрету скажу. Ну елочки-моталочки. Ой, блин, я чуть не забыл, что туда прыгать нельзя. Там, кстати, реально можно кокнуться в этой буриной машине. Это реалистично сделано. Да я сейчас до вас тут, до всех доберусь. Я сейчас на всех на вас смотрю. Вы не готовы все? Что мы будем делать, если замес начнется, который уже начался, кстати? Да? Да. Ты видел, какая комбинейшн была? И ну! Так, видишь, алмазик, но при этом бомба сзади. Так что мы не возьмем. Вот тут есть такие вот подставы. Да, тут есть вот такие подставы. Это причем игроки ставят. Ай, да елочки-моталочки. Вот как это вот сделать? Вот объясни мне. О, ты видел? Ты сейчас видел? Я просто в бошечку прописал вот так вот. И все, и красиво было. Ты видел? Я его просто подорвал. Тихо. По финалу! Да блин, а какая долгая перезарядка какая-то была, или что это? Вот чик-чик, вот это вот. Ну, наверное, перезарядка, ну тут. Смотри, что это, 41-42. Блин, а как они выигрывают? Алло! О, парень вылетел. 42-43. Ааа!
Красиво! 43-43! Так, тихо, тихо! Я должен дотащить! Давай! Ну! 44-44! Я вообще не попадаю! Ой, это капец. Да ну хоть один раунд выиграть сегодня, ну пожалуйста, на! 46-46! Я демон, это дополнительные эти, энергии, дополнительные, сердечки дополнительные, да. По майнкрафтовским меркам сказать. Хорошо. О, убил, хорошо. Да, так, главное сейчас не кохнуть. 48-47, пожалуйста! Я вас умоляю. Мы побеждаем, 49! 49! Молодцы, ребята, давай. Нет! На последней секунде они ничью сделали. Меня кокнули на последней секунде! А я смотрел на счет. Ну, хорошо. Можно будет снять и вторую серию. Ну, это все, ребята, естественно, зависит от ваших просмотриков. Да, в следующий раз пойдем вот этот храм сходим. Храм хочешь? В следующий раз. Фух, ну это было жестко. Ну блин, ну почему мы не затащили? Не, ребят. Ничего страшного. Если Пиксельган, обращайтесь к Виногороду. Ребят, это не мое. Я не умею. Я просто захожу в раунд. Пудыщ, бах, все, меня нету. И, о, задания какие-то. Ой, я задания какие-то даже выполнил. Слушай, у нас алмазов осталось. Сколько? О, смотри, кейс какой-то. Ой, я его купил случайно. Ну ладно, давай открывать, как бы не наша же семья. Вот нам безлимитку дали, знаешь, читать, типа карта. О, какая-то пушка. Пушка-матушка. Распространитель чумы. Ладно. Так, чумной доктор оценит. Так, какие-то тут наборчики есть. Опа. А, блин, не хватит. Я был думаю, сейчас купим бы что-нибудь еще. Так, что тут еще есть, мне интересно просто. О, блин. Было бы у нас, знаешь, побольше, мы бы сейчас его пушку просто по приколу купили какую-нибудь. Ну да. Это было бы вообще ржачно. Ладно, ребят, мы будем потихонечку заканчивать на этом серию. Ба! Бэк! Ты-дыщ! Вот такая серия. Так, ребята. Это просто жесть какая-то. Так что, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А всем пока-пока!